Руки убери, еще 3 часа осталось. А вот и Кандализа. Ща мы тебя допингом-то нашпингуем. Оставьте ее, возьмите меня. Правда, возьмите Буля, жалко же. Жалко у пчелки. А из твоего Буля сверхчеловек, как из грузина солдат. И вообще, гони рецепт. Сержант! Подбодри бойцов перед схваткой. Как-нибудь по-нашему, по-американски. Вперед, грязные ублюдки! Шевелите задницами, вы выродки! Это вам американская армия! Зарубите это себе на ваших сопливых носах! Может, не будем? Наркотики и негры — опасная смесь. Заткнись! Единственная проблема — это заставить ее глубоко вдохнуть пары допинга. А то она воздух задержала и не дышит мне назло. А времени нет. И как быть? А сейчас я шутку отмочу, она засмеется и автоматически вдохнет. Например, такая. Кого не любят каннибалы? Людей без вкуса. Не смеется. Да не смешно нифига. Нет у вас харизмы, начальник. Юмор должен быть как презерватив. Чем тоньше, тем лучше. Вот смотрите. Кандализа, ты допинг-то вдыхай, пока есть. А то я на него... так сказать, тоже глаз положил. Вот-вот вдохнет, надо ее добить чем-нибудь. Но она еще сопротивляется, нам нужна смешная шутка, быстрее. Я знаю! Знаю шутку! Можно? Почему негры никогда не ходят в горы? Ты должна сказать «почему?». Почему? У них там губы лопаются. Вот это вставило! Кандализочка!